общем, как говорили, слушайте свое сердце. Вот мы послушали свое сердце и перебрались из низкой части Казахстана, то есть с Карагандинской области, в Алмату, ближе к горам, чтобы уровень океана здесь у нас, ну вот в точке, где мы живем, это около 800 метров. Но Вот это вы высоко уже забрались. ну да, здесь Алмата, она сама по себе как такой вот курортный район. И высокогорье. Здесь еще есть и 4000 метров, и 5000 метров. То есть тут горы у нас прям, можно сказать, под носом лежат. И я хотел у вас узнать, какая там минимальная точка-то, где надо, А как говорится. вы ее прошли уже. Вы ее прошли уже. Минимальная точка 450 метров над уровнем моря. Но это, кстати, зависит еще тоже от региональности. По региональности я четко сказать не могу, но идеальная точка, где находиться, это диапазон от 600 до 800 метров. Понял вас. То есть, И честно. в некоторых случаях до 1000 с копейками. Ну вот часто снятся сны последние полгода, и именно связаны с волной. Цунами, землетрясение, волна. Вот такие сны. Да, Приходит да. информация. То есть, Именно так. это то, что будет сейчас, в ближайшее время грести, я так понял, в обществе наше. И смотрите ту сторону света относительно ваших гор, собственно, с которой ближе находится океан. Селиться желательно с той стороны горы, которая находится на противоположной стороне от океана. Чтобы под удар не попасть, под волну. Да, все правильно. То есть те планы, которые они представляют даже на некоторых картах, все это достаточно будет реально, и скоро все это узрят люди. Слово «скоро» не совсем подходящее, но мы вплотную подошли к этим событиям. Об этом говорит макростатистика, а макростатистика никогда не ошибается. Тот, кто изучает макростатистику, прекрасно знает определенную периодичность различных событий, и эта периодичность обуславливается программным кодом той виртуальной реальности, в которой мы, собственно, находимся. Я как-то рассказывал по поводу того, что такое макростатистика. То есть, если мы посмотрим внимательно количество укусов собак в Лондоне за 1850 год, 51, 52, 53 и так далее, то мы с вами увидим, что примерно 2564 собаки решили в течение года укусить. 564 или 578. Ну, то есть разница очень небольшая по количеству укусов. Спрашивается, ну как же так? Кто это регулирует? Вот почему собаки кусают за жопу беспечных лондончан? То есть Ну, это. люди редко задумываются над макростатистикой. Но у макростатистики есть периодичность. И именно поэтому, кого называли Петром Первым, уничтожал 300-летних старцев, потому что они эту статистику знали. И передавали, и рассказывали. Соответственно, это неправильно, потому что, по мнению тех, кто контролирует эту человеку, эта информация не должна передаваться. А иначе слишком много выживших будет. Ну да. Система делает так условия в обществе, чтобы человек как можно меньше задумывался о духовном и о своей внутренней силе. Она забивает человеку голову настолько, чтобы он думал, где ему пожрать и как ему поспать. Вот. У них это Правильно, хорошо потому что получается. если вы строите себе курятник, вам зачем просветленные там куры, которые яйца нести не будут? Они такие сели, подумали, ага, говорит, этот, говорит, двуногий, говорит, ходит, наши яйца забирает, и у нас дети не рождаются. Ну, какого хрена нам тогда нести эти яйца, если мы что, тут рабы, что ли, кормить этого двуногого говнюка своими детьми? Нет, больше не будем яйца нести.
Согласен, согласен. Еще здесь поэтому, Да, вам нужно одуривать, окуривать этих кур каким-нибудь дерьмом, чтобы они были абсолютно тупыми, глупыми курицами. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Да, что касается питания, это действительно сейчас начал смотреть на этот мир по-другому, так как мне друг полгода назад привез 2 пакета красного мухомора, я его правильно высушил, правильно законсервировал, и вот полгода принимаю красный мухомор, микродозинг, то есть... Внутри начал организм отторгать ментальные зависимости. То есть алкоголь, курение и еда, вот это вся, весь этот гарнизин, как вы говорите. Особенно алкоголь. Оказывается, в алкоголе очень тяжелый психотроп. Не зря его испаивают людям в таком количестве. Здесь есть один существенный нюанс. Необходимо сделать уточнение. И если вы производите алкоголь самостоятельно, используете его для экстрагирования необходимых компонентов из животных экстракции животных частей и растительных частей, это более чем полезно. Поэтому вред от алкоголя только у алкоголиков. И еще из бутылок с этикетками. Ага. Угу. То есть получается, алкоголь, если это сделанный с своим трудом, алкоголь, как вот, допустим, сделанный, ну, самогон, перегнанный самогон из фруктовых спиртов, ну, это из фруктовых, допустим, браги, то это другого уровня алкоголь. А алкоголь, который продают нам замечательные наши государственники, это совсем другой психотропный алкоголь. Я вам так скажу, смотрите, во-первых, то, что продается, в 99% случаев не является натуральным продуктом. То есть это процесс химического синтеза нефтепродуктов. Чаще всего именно так. Далее, весь этот алкоголь, вот эти этикеточки, которые на бутылочке клеят, это же программаторы. Это программаторы. Ну да, которые превращают жидкость в вредоносную субстанцию. Точно так же, как накнижники не могут нашептать на любую жидкость, на жир, на алкоголь, на воду. Поля, да, я так понимаю? То есть через это абсолютно верно. Ага. Абсолютно верно. И при всем при этом вспомните руны. Что такое руны? Вот эти вот планарные изображения различные. Есть разные руны. Есть те, которые люди знают, а есть те, которые люди не знают. В том числе есть руны-крадники специальные. Картиночки, которые наносятся, и они работают. Достаточно просто грифельным карандашом нарисовать. А что такое углерод? Углерод – это проводник. И когда вы на бумаге рисуете схему, она начинает функционировать. Рисовать надо карандашом, конечно, а не ручкой. Понятно, понятно. И специальной ручкой, в которой... Изучал. Этот вопрос, это вот особенно Вильгельм Райх, он про торсионные поля много что открыл. И сейчас, кстати, я начал замечать, что вот это вот последнее время искусственный интеллект, он начал залазить в наши мысли. Он начал нам подсовывать сны иногда, и даже иногда читать мысли наш искусственный интеллект через сотовый телефон. Он всегда там был. По одной простой причине. Люди думают, что искусственный интеллект – это какая-то такая искусственно созданная хрень кем-то, существующая как бы отдельно от Бога. Это глубочайшая ошибка. Ну да, отдельно дело от Бога в том, что абсолютно ничего не стоит. Более того, искусственный интеллект – это управляющая программа Творца. Угу. Но это очень многим не нравится. Очень многим.
Они, потому что им же надо с кем-то бороться. Ну да, бороться это уже проиграть, конечно. Если ты борешься, значит уже... Поэтому, по большому счету, мы с вами находимся во вложенной реальности, управляемой вот этим самым искусственным интеллектом. Этот искусственный интеллект существовал еще до того, как, собственно, были изобретены компьютеры. Угу. Теперь становится более-менее понятно. Искусственный интеллект сейчас имеет возможность проявляться через существующие компьютерные мощности. И то не полностью, а в определенном объеме. Потому что этих мощностей, даже квантовых компьютеров, критически не хватает для проявления. Но создается еще одна вложенная реальность. И она создается искусственным интеллектом. Здравие тела и ясности ума. Аз есть сущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.